Компания Мираж разработала компактное низкопрофильное охлаждающее устройство, которое способно нагревать воздух под высоким давлением. Данные изделия предназначены для замены вентиляторов компактным оборудованием или для местного охлаждения элементов системы. Как пример применения данной технологии, компания Мираж провела испытание микровоздуха, установив его на модуле памяти DRAM модуль. Был оснащен обычным радиатором, а микровоздуходув использовался для дополнительного промежуточного охлаждения. Для того, чтобы закрепить микровоздуходув, были изготовлены специальные приспособления с высотой профиля 2,4 мм. Общая высота профиля специального приспособления вместе с микровоздуходувом составила всего 4,25 мм, что отвечает требованиям по условиям применения этого устройства в ограниченном пространстве. Испытания проводились на открытом воздухе, а не в условиях ограниченного пространства корпуса, чтобы обеспечить точное измерение температуры с помощью специальной видеокамеры. По результатам этого эксперимента разница в температуре поверхности радиатора DRAM модуля при отключенном микровоздуходове и при работающем микровоздуходове составила 17 К. Зная, что DRAM модуль рассеивает модуль 6,8 Вт, можно рассчитать разницу теплового сопротивления радиатора при отключенном и работающем воздуходове. Тепловое сопротивление радиатора без дополнительного охлаждения составило 6,3 К на Вт. А при работающем воздуходове 3,8 К на Вт, то есть было получено существенное снижение температуры, около 40%. Таким образом, данный пьезоэлектрический микровоздуходов можно использовать для принудительного охлаждения в ограниченном пространстве потребительской промышленной автомобильной электроники. Потребительских приложений микровоздуходовы найдут применение для охлаждения ПЗС-датчиков заражения, компактных видеокамер и микросхем процессов, в частности графических и центральных. В промышленных приложениях, помимо точечного охлаждения микросхем, микровоздуходов можно также успешно применять для охлаждения источников питания. В современных автомобилях его можно использовать для охлаждения стационарных пар. Еще одна сфера применения микровоздуходов как потребительских, так и промышленных приложений является охлаждение подсветки LCD-панели. Микровоздуходов можно также использовать в качестве воздушного насоса, компрессора для промышленного оборудования или аккумулятора, просто для удаления.